Нет. Я только поняла. Сколько кланов ходил, везде сам выжил. Слишком профи. Специально для тебя. Тип того, наверное. Но мой напарник генералом стал. У него уже около 5 генералов. Ха-ха. Ты так монотонно все рассказывал, что я даже задумался, и неожиданно. Ну, он как бы взял талант, а я бутылку. И я отхилюсь от бутылки, а он просто так бегает. Мрак, значит. Фукси, надо взбавить бутылку. Я сначала схожу на отхил, наверное, на всякий случай. Блин, вот Син ходил, так и не пришел помочь мне Лука убить. Я не знаю промаха. Мои стрелы готовы. Сука, лакер. Кто решится подойти ко мне? Кот. А у меня лук шотный, так хочется убить. Да у меня маг шотный получить. Но зато они не будут мешать забирать этого кота. Че, пошли? Сука. Держу на прицеле. Угу, громко вот уже убил. Етить, колотить. Так, я тут. Че, там опять что ли проиграется? Да, ну ты этот, ты кота чё, не дал ему погулять как следует? Вот так вот. Ах ты гад, как ты мог с котика бедного? Догулял уже с ним. Всё равно не... Всё равно, блядь. Всем похуй. Стали коту, кота бьют на это слив. Ты чё, какой слив? Смотри, сколько я забрал. Это 200% слив нахуй. Это 200% слив. Сейчас увидим. Еще раз говорю. Тащим. Все, давайте со мной погнали быстрее. Сейчас закончим этот бой. Я сейчас хуй забиваю, перестаю играть. Не надо вот этого делать со мной в пати, по крайней мере. Придется потерпеть. Никто не кота, там... Слушай, я убил Грома, что тебе не нравится? А ты записываешь? Да. В этом бою я стану капитаном, наверное. Хотя я уже был, но...
Так уж вышло, что спустился. Держу на прицеле. Спешу в бой. Бывает. Да, некоторые берут, перестают играть в середине игры. Ну. Слышь, Кронпринц, как я тебе в огород кинул камешек. Ну, пожалуйста, кидай, если, блядь, так сбегаться будете, нахуй. Чё ты на меня-то больше приканишь? Я остался и убил Громова там, я не мог к тебе подойти. Поняла. Лови стрелу. Не защитите, а бить мага, нахуй. Это разные вещи. Почему защитить? Если я вдалеке был и убивал Грома, мне некогда было на мага твоего идти. Тут 5 игроков. Если мы одного бьем, мы не можем к другому взять и пойти посреди боя с первым. Блин, Син когда-нибудь придет вообще на ганг, нет? Не знаю, мне он тоже не ходит. Вот он сейчас у тебя как раз. Пользуйся возможностью. Вон он, видишь, напал. Ты магу заблокировал с клина, видишь, как хорошо. Все по плану. Так вы что, вам выигрываете или проигрываете? Да конечно выигрываем, ты что? Рейты ну, какие? Ну все, давайте, тащите. Сейчас. Просто я всегда матерюсь. Материться и ругаться на напарника разные вещи, а уж тем более угрожать тем, что не станешь играть. Мне хотят Академию отправить, чтобы следил за кланом. Сейчас думаю, что мне делать. А то у меня тут талантов полно вернуться. Как-то не очень удобно будет. В смысле, который ты раздал или который взял? Который раздал и который взял. Допустим, кровожадности у меня нету ни одной. Видняшка. Да. Смотри-ка, что Нага там делает. Айда ее захерачим. Она со стримлом, походу. Точно. Если вы долго еще будете, да? Я только успею сходить. Убежала. Слышь, Тимофей? Чего? Я в эпик успею сходить? Я откуда знаю? Ну, смотря сколько у вас там бой идет. 9-я минута. Чё, пак? Из-за Наги? Ну не переживай уж так сильно. Зато мы Нагу под стримлом побеспокоили. Пока сейчас всё ебать. Кот. Не пройду тупо нахуй. Кот. Спешу в бой. Ой, скорей. Я беру бутылочку и туда. Скорей туда. Кто решится подойти? Блин, я ульту в кота слил. Чё это, маг двойной удар сделал? Нихрена себе, у вас там весело. Ну, у нас все нормально, мы кота забрали и Нагу. Я стреляю не только глазами. У него слитков вот у мага, блядь, ебануться, и слепота, и, блядь, и отхил. Но они потому, что его имбуют. Знаешь, да, когда в мага вкачиваешь все, а потом всех выносит своим уроном.
и в цель. Я не знаю промаха. Блять, сука, убежал. Чё-то лук какой-то прям прочный. У него, может, вместо проворки силы какая-нибудь хп, там что-нибудь воля. Я прям вообще не пробиваю. Ясно. Корни зря потратил. От стрел не убежишь. Специально для тебя. Кто решится подойти? Ага, отомстил гаду. Там это, можете голду забрать разок после пака. И... Тоже об этом подумал, да? Я не знаю, смогу ли забрать без свет. Чё? Без звездопада. Я не знаю, как без звездопада заберу, не заберу. Своей этой хернёй и на всех пятерых бьёт. Держу на прицеле. На родной земле до десятерых, по-моему, да? 11. Ну вот видишь. Что-то они у тебя там мага хотят убить, что ли? Без тебя. Наверное. Убили. Кто решит, ты такой шанс упустил. Голду забираю. Держу на прицеле. Спешу в бой. Я не знаю промаха. Ко мне пришли лука хотя. Мои стрелы готовы. Да, да. Ха-ха, мы в лука бросили два корня. Офигеть, он, наверное, прифигел там. Если бы я знал, что они корни бросят. Че там, обнова? Зачем она мне? Леон Сина это. И... Кто решится подойти ко мне? Дали. Поздновато, чувак. Тут еще и маг. Ой, бля, я сейчас сдохну. Вот это да. Я ушел. Маг херачит прям жестко. Он силовой, у него превращение херачит. Ну да, я понял. Ну его и этот ульта тоже бьет автоатакой. И щит. Ну чё, вот я и капитан, наконец-то. Что-то здесь мало скиллов дают. На капитанах, конечно, там от звания зависит размер скиллов.